şimdilere bakar birileri bir şimdilere bakar birileri birileri bir şey. Hara bara hara bir şimdilere bir şimdilere bir şey. Вот если вы меня видите, значит у вас все нормально, у вас есть интернет, у вас есть электричество, работает телефон, вы еще можете смотреть, глаза работают, уши слышите меня. Вот, а я вот служение, у нас здесь идет война, стреляют, убивают людей, разрушают строения, города, поселки, дома. Короче, разрушает жизнь война. Поэтому я молитвенное такое собрание. Хотите. Потому что я против этого всего. Против торжества зла и воздаяния нечестивцам. Поэтому все, что кто делает зло, если не покаяться, то придется жать, реально. Шусеющий будет пожинать. Вот. А покаяние тут тоже не такое. Простите меня, пожалуйста, это серьезное покаяние. После того, как ты кого-то убил и что-то сделал плохое, разрушил. Отнимется от тебя, много чего отнимется. И многие идут в ад. Эти враги в ад идут, сами этого не понимают. За деньги, да, идут за какие-то тупые идеи. Вот. Наши защитники украинские защищают. Я молюсь за это, чтобы, Господи, храни, храни, Бог, твоих людей, храни, Господь, твоих людей, благослови им, дай им веру, силу и никакой боязни во имя Иисуса, чтобы они могли наступать на все силы Божьи. Отводи эти пули, ракеты, снаряды в сторону, пусть они не разрываются, летят мимо, или просто взрываются в стволах этих пушек, танков, в стволах застреют во имя Иисуса Христа, Господь. Я благословляю людей доброй воли, которые желают, любят и хотят любить. А те, которые желают смерти, смерти просто людей, захватить чужое добро и поработить, просто их ждет ад, тьма внешняя, преисподние места земли во имя Иисуса и ничего более. Господи, благослови, благослови стоящих за истину и за правду во имя Иисуса. Говори, карубара бахара барала рабарала рибарала ребеши гарала ребеши гарала рахари бирала рабада башин рада ребешин. Арабе харабе харабе рада ребеши гарала рибеда сидарала ребешин рада ребешин рада рабахара барала рабарала рабашин. Арабе рада ребеда беси гарала ребеши гарала ребешин рада ребеши гарала. Сейчас кто-то будет говорить, о, а зачем это? Да, твоих там нету знакомых, твоих нету там родных, братьев, сестер, отца, сына. Ты трындишь здесь, кому это надо. Иди отсюда. Да, на тебя дойдет. Вообще-то смерть придет ко всем. Раньше или позже она придет и спросит, что ты делал. Доброго живя в теле. Да. И как ты использовал свои дары, таланты и все остальное. Закрывающие глаза и уста и отворачивающиеся. Фух, я тебя отверну сам и закроют. Амахара баралараши дарили, вступающийся за истину. Я думаю, истина она. Кто же смотрит, кто кого любит, кто кого любит. Кого ты любишь? Куда ты укладываешь время, средства? О чем ты молишься, да? О Кадиллаке, о машине, о большом доме другом, о лучшей жизни. Да, молись, нет проблем. Или ты переживаешь людям, которых просто мучают, издеваются в плену там. Какие-то уроды, какие-то извращенцы, какие-то ничтожества, которые возомнили себя, что не могут это делать. Просто садисты. Вот этих садистов ждет реально там неимоверное страдание в вечности. Они даже себе представить не могут, что они себе приготовили во имя Иисуса Христа. И ничего они, как бы, другого. Ничего другого.
Ареба харабарала раба шигирала раба харабарала раба шигирала риба дава сигирала раба харабарала раба шинарала рахата бере 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 бере. Ири бири бири ла раба шигирала раба шигирала раба харабарала раба шигирала раба харабарала раба шигирала риба дава сигирала раба харабарала раба рара. Ири бири ла риба шигирала раба харабарала раба шигирала риба шигирала раба харабарала раба дава сигирала риба дава сигирала риба шигирала раба. Арабарала рабарала 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 рабарала. Он приходит, не только лжет, он убивает. Дьявол просто нашел подходящие тела и осуществляет свою гнилую волю. Дьявол вошел в тело. И духи нечистые входят в тела, одержимые низкими желаниями, просто идут убивать, грабить, насиловать. У них нет ничего другого во имя Иисуса. Господь, ты отец духов. Ты отец духов. Ты проникаешь в каждый дух. Да будет страх и ответственность на каждой душе, которая приняла в себя этот дух зла, которая решила творить это беззаконие во имя Иисуса. Говоря, мы исполняем приказ. Нет, это добровольное решение. Ты не противостоять дьяволу, это грех. Это повеление Божие. Идите, наступайте на все силы вражды, ничего вам не повредит. А соглашаться с дьяволом, это преступление, это грех. Это быть одно с ним, это одно. С дьяволом участь его во имя Иисуса. Говори, которого раба, 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 раба. Нету никакого оправдания во имя Иисуса, нету. Раба, 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 шай, Дух Святой, наполни сердца защитников, наполни сердце моего брата, чтобы он там был твердо, мужественно и не боялся. Дай ему покров, защиту, чтобы он ходил и не боялся, видел твою защиту, просто был вдохновением для других людей там, на том месте, во имя Иисуса Христа. Благослови моего брата Александра, во имя Иисуса. Господь, благослови его там. Храни его от всяких летающих там, этих железа, осколков, снарядов, мин, взрывных волн, всего. Просто храни его и храни его друзей, Господи, его технику, его людей, близких, которых он там. Господь, ты сказал, что прибиться к тебе, но тебе будет нападать на тебя, но к тебе не прибиться, ты увидишь возмездие нечестивым. Я хочу видеть возмездие нечестивым. Это люди, это нечестивцы, люди, возомнившие себя, согласившиеся с духом лжи и дьявола. Бог говорит, вы умрете. Вы умрете, все так поступающие, так Царство Божие не наследует во имя Иисуса Христа. Господи, Дух Святой, да найдет на всякую плоть, придет ответственность за все содеянное, сказанное и сделанное на этих дышащих тварей, которые уже не могут именоваться именем человека. Они просто мерзость, преданная каким-то идеям бесовским, которые соединились с царством сатаны, царством дьявольским, как бы оно ни выглядело. Оно выглядит внешне красиво, обман выглядит внешне привлекательным, внешне, но внутренне исполненным. Как Советский Союз, коммунизм впереди, ГУЛАГ позади. Впереди обещания коммунизма, а вот люди живут в страхе и в тюрьме народов, за занавесом этом, в полной лжи, как в какой-то консерве во имя Иисуса Христа. Да разрушатся эти все консервы, всякие распространяющие ложь, клевету и эту пропаганду, и сдохнут, изыдут с этого вселенной, и сотрутся их имена, и никто не будет даже вспоминать эти мерзкие имена, которые предали этих человеков, которые предали свое достоинство, оставили свою
предназначение и просто добровольно служат сатане во имя Иисуса, изгладятся просто. Никто не знать не будет, где и когда и сколько. И не подаст им даже перст на конце пальца воды в их мучениях, не поможет ни сколечки во имя Иисуса Христа. И будет не их дыме мучения происходить во веки веков, вечно во имя Иисуса. Поэтому, кто не хочет, кайтесь, уходите от этого, оставьте эти пути, возвращайтесь к Богу, стойте за истину и прекратите, перестаньте делать зло во имя Иисуса Христа. Перестаньте, оставьте, или просто разделите участь этого богача Лазаря. И никто вам не подаст ни перста воды, никакого сожаления, никакой вам помощи, нигде, ни чуть-чуть, во имя Иисуса, никаких. Хотя, говорят, надо относиться. Но человек определяется. Мы не добрее Бога. Мы не добрее Тебя, Господь. Тебе есть время. Два или три раза Ты говоришь нам. Потом жестокую боль во всех костях наших. Чтобы отвести нас от беды, от вечной погибели. Так бывает с людьми. Два или три раза. Но потом... Если того не замечает, но человек определяется. Не может он не заметить. Он знает, каждый знает, когда к нему по-доброму относились, когда через страдания Бог говорил. И нету извинения никакому человеку. Бог пролил кровь. Крест. В каждом городе есть крест на куполе какой-то халабуды, какой построили. Все слышали эти колокола, видели этих бородатых попов, пастырей, по телевизору, все пришло. И нету никому оправдания. Надо взять и разобраться, кто же такой Бог и как нам жить во имя Иисуса. Пусть придет. Просто придите в себя. Всякая душа, приди в себя. Зачем ты живешь? Что ты делаешь? Какое твое будущее? Во имя Иисуса Христа. Приди в себя. Приди в себя. Это кратковременная жизнь. Это кратковременная жизнь. Она закончится. Чем? Чем закончится? Ты получишь награду или ты получишь срок? Бесконечный срок твоего разрушения во имя Иисуса. Ты сам определишь. Кровь пролита, крест стоит, дверь открыта. Кто войдет, тот пажит найдет, кто услышит глаз Божий, тот оживет, кто отвергнет это, отвергнет жизнь. Возлюбишь смерть, будешь ей насыщаться. Господи, исцеление всем раненым нашим бойцам. Исцеление всем раненым нашим бойцам. Исцеление всем раненым нашим бойцам. Просто сверхъестественное исцеление, выздоровление, восстановление в теле, восстановление в душе. Господи, исполнение Духом Святым всем украинским защитникам Украины, всем исцеление, всем, где бы вы ни были, в каких бы госпиталях и тюрьмах ни были, исцеление всем я провозглашаю, исцеление, восстановление сверхъестественное. А враги вы будете гнить из одной занозы, просто маленькая заноза тебя приведет к смерти, маленькая заноза, какое-то дерево тебя приведет к смерти во имя Иисуса, и ни один врач тебе не поможет во имя Иисуса. Потому что ты не на том месте, где ты должен быть. Ты пошел путем дьявола, и путь его – конец смерти. Вот. И любая причина. Просто издыхать от страха, от разрыва сердца, от страха и других ужасов, находящих на вас. Просто издыхайте. Идите отсюда, в свои, откуда вы пришли. Пока живы, идите, возвращайтесь. Бросайте оружие, идите в свою землю, откуда вы пришли. Другого вам пути сохраниться и... Вы же здесь нету, во имя Иисуса. Нету ни одного повода вам тут задержаться. Здесь вашего ничего не было и нет, и не будет. Во имя Иисуса не было, нет и не будет. Идите в свои вот эти вот раздолбанные дома, идите к своим семьям. Идите, там вы будете еще как-то существовать. Здесь же вас ждет страх, смерть и ужас. И в вечности просто озеро огненное во имя Иисуса Христа. Я обращаюсь к командирам всем, которые дают эти приказы.
правомерно, неправомерно, и те даже, которые подставляют бойцов. Ваша ответственность еще больше. Ваша ответственность еще больше. Думайте. И приходит на вас расплата за все, что вы делаете. Или награда, или расплата. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Все. Аминь. Тебе не надо. Ну, тебе не надо. Иди отсюда. Иди. Молись по-своему, как ты хочешь. Зачем тебе это? Ну, тебе не надо. Тебе не надо. Все. Всем пока.